Здравствуйте, прошу помочь. Управляющая компания замуровала кота в подвале. Категорически отказывается давать ключи жильцам. Адрес Волгоградская, 3. Вчера и сегодня я пыталась дозвониться до управляющей компании. Я им сказала, что животное испытывает муки, страдания. Оно там оставлено без воды, без еды. То, что животное умирает. Подвал совершенно... Ну, как сказать, там как будто отсутствует вентиляция, там очень душно. Кот орёт, кот в стрессе, умирает. Управляющая компания сказала, нам плевать, пусть умирает. Я позвонила по 112, в службу полиции. Сотрудник полиции, лесных Артём Эдуардович, сказал, что мы не обязаны открывать животных. Умирает, значит, пусть умирает. Пишите и жалуйтесь, куда хотите. Обращаюсь к вам. С помощью помочь скрыть этот подвал, потому что я напомнила сотруднику полиции о статье 245, о статье крайней необходимости именно вызволения животного, которое испытывает муки и страдания, как раз подходит под эту статью, они обязаны вскрыть. Мне ответили категорическим отказом. То есть мне очень жалко это животное. Еще компания Левобережного района обманывает людей. Они отчитали, что якобы они открыли подвал, выпустили животное. На самом деле сюда никто не выезжал, никто ничего не открывал. Кошка орёт. Животное третьи сутки умирает. Кроме того, хотелось бы напомнить, что подвал является общим имущественником собственников жилья. То есть меня по факту и всех жильцов нашего дома незаконно лишили пользования нашего имущества. Управляющая компания, которая вообще ни разу не собственник. Они не дают, они говорят, мы не обязаны вам давать ключи. Никому, ни у кого из жильцов нет ключа, чтобы вскрыть. Или просто открыть подвал.